Попытка взять интервью в этот день – дело почти безнадежное. Директор Видновской школы номер один Татьяна Владимировна Рублева и в будни человек занятой, а сегодня просто на расхват. Татьяна Владимировна, мы поздравляем вас с днем рождения! Спасибо тебе! Практически полжизни, 32 года, Татьяна Владимировна руководит первой Видновской школой. Работа, как говорится, ненормированная. Часто рабочий день заканчивается поздно вечером. Всех учеников знает по именам. В курсе, какая обстановка в семьях. К кому из подопечных требуется повышенное внимание, а с кем можно просто поговорить по душам. Каждый день, как экзамен. Директор должен учиться всегда. Это несомненно. Жизнь не стоит на месте, поэтому необходимо, конечно, новые знания. Иначе здесь, в школе, сложно будет работать. На импровизированной экскурсии Татьяна Владимировна с удовольствием показывает отремонтированные коридоры и лестницы. За последние 2 года удалось сделать много для того, чтобы школа стала уютнее. Здравствуйте. Что у вас? В темноте-то сидите. Смотрим. Давай, включай. Вот молодой специалист. В этом году к нам пришло 3 молодых специалиста в начальную школу. В школе царит особая атмосфера. Именно поэтому, наверное, имея неплохой выбор, многие родители приводят своих детей именно сюда. Здесь у нас обычные ученики, но у нас очень много детей наших выпускников. У нас и выпускники работают. У нас в данный момент 6 выпускниц работают учителями. И даже те, кто уже не работает в школе, в этот день пришли поздравить любимого директора. Много лет работала, мы вместе, она была моим заместителем, Ирина Михайловна Самусова. 70-летний юбилей, возможно, для кого-то был бы поводом задуматься о том, чтобы отправиться на покой. Но Татьяна Владимировна об этом и не думает. И хотя позади более 30 торжественных выпусков, каждый новый учебный год словно новая, особая жизнь. Мы поздравляем вас, Татьяна Владимировна, 3-4! Поздравляем! Как опытный педагог, Татьяна Владимировна знает цену этим поздравлениям. Это как раз тот случай, когда дороги не подарки и слова, а внимание и уважение, потому как и сама уважает своих учеников. Дети же, как правило, не играют. Это взрослые могут сыграть, а дети не играют, и это искренне. И вот это искреннее уважение и понимание, и я к ним с уважением. Получатель множества грамот и наград, почетный работник общего образования Российской Федерации, обладатель знака главы Ленинского района. Директор школы. Именно это звание Татьяна Владимировна считает главным. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.